сделали имени Бекенбей. Она же солбалларымыздың қасына қазақ даласындағы бақыр қыздар. Она ты сопровала. Инстага, инкон направлением дры, воспитание наших девушек. Поздравляю, адептики дали. Лектории организовали, такие женщины, как Шамшо Купай, на лекцию. Встречи проводили. С видными государственными деятелями, женщины, ученые, писатели, поэтессы, собственные. Мы открываем новый центр. Примир, рассказываешь, минуту, можно еще чуть-чуть? Я рассказываю. Заканчивали нашу военную кафедру. Это история нашей военной кафедры. Ага. И по городу Алматы наша военная кафедра занимает первое место среди военных кафедр. Толығымен, бәрліға спортқа байланысты өшірде спорттың адамдарын шақырамыз. Сол спорттың адамдарға салауатты өмір салтын қалай қалыптастыру керек. Жастар дейін салу олу керек, спортпен айналысу керек, өзінің елінің патриоты болу керек, болашаққа қызмет атқару керек. Ол жасырмаш бір Астанадан бір уақыт болған кезде біз... Мы хотим показать особенность нашего университета, института и разносторонность нашего института. Это комплексный подход, комплексное воспитание. На первой фотографии вы наш ровесник. На этой фотографии вы с родными, с родителями. А здесь вы с дочерьми Динарой и Мадиной. А на этой фотографии вы с мамой Фатимой Насажановой, которая... была вашей главным человеком в жизни. А где речка Алматинка? Где уже? Мы это все нашли. Вы участвовали в своей... Вы принимали участие «Жив и народ». Вашими самыми верными друзьями были писатель Жан Досов. Никогда не отставал в стороне от несчастья. Он не понимал людей. Вот на этой фотографии ваша работа с Казанфильмом. На следующей фотографии вы секретарь Советского комитета писателей Казахстана. Как видите, ваша работа в виде посла Республики Казахстан. А вот здесь отражена ваша общественная деятельность «Невада семьи». Здесь ваша работа ЮНЕСКО как постоянного представителя Казахстана. Благодаря вам вот эти три объекта Казахстана вошли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Дети, это все ужасов со всех. Здесь показаны ваши самые главные книги. Первая – это ваша книга «Земля, поклонись человеку», которая была посвящена Юрию Гагарину. Здесь ваши труды по лингвистике, язык, письма, улыбка Бога, пересекающиеся параллели и книга «Тюрки до истории». И вы за эту книгу получили премию Культигина. А в 1975 году вышла ваша самая известная книга «Аз и я». Но в те времена эта книга не понравилась ученым в Москве и вскоре была запрещена. Показана вся история вашей большой дружбы нашего университета. Мы его так и звали под знаком Ужаса. 2004 года, географическая. Перечислены по годам все вот эти мероприятия. И поэтические конкурсы и волейбольные. Я хотел бы Ахмарову себе сказать
Спасибо. Хорошо. Мы ты. Да. Уже живут здесь. Это наш поэтический корпус. Здесь более 360 лет зачитают стихи, читают поэзию. Также у нас поэтический Сауынкескен болатынсыз. Енді осы жылы жалғасы ретінде біз тағы да кітап шығаруға дайындалып жатырмыз. Біздің университетіміз ауыл шаруашылығы болғанменен барлығы дарынды, талантты, ауылдан келген жастар болғандықтан олардың бойында руханилық, патриоттық сезімге толы болғандықтан өздерінің өлең шығармаларын осылай қағаз беттеріне түсіріп жатырмыз. Жас қаламгерлер үйі деген бізде университет жастарынан құралған поэзия клубы бар. Сол поэзия клубындағы студенттердің барлығы қалалық жарыстарға қатысып, жүлделі орындар алып, университетіміздің мерейін асқақтатып келе жатырмыз. Сіздің ақындық қасиетіңізді біз тұлға ретінде өзімізге дарынымызға, талабымызға арқау етіп, өзіміз өлең шумақтарын жазып, сіздің құрметіңізге осында ашып отырмыз. Жанара, мына былтырғана сізден тасын қиып кеткен мұражайыңызды бүгінгі күні біз толықтырып жатырмыз да. Бұл енді мұражай негізі талапқа, музейдің талаптарына сай жасалынды. Бұл жерде ең бірінші сол Невада семейдің жарлығы, президентінің жарлығы, қай жылы жабылды шығарған заңдары, сіздің сөйлеген сөздеріңіз, архивный материалдар бәрі толып қойылды. Ал мына жерде мұражайымызда Олжас Омарұлы таза әлем мұражай болғандықтан бұл жерде сіздің таза әлемнен таза планетаға дегенде біз Невада семей қозғалысының 25 жылдығына байланысты бүкіл мұрағаттардың бәрі қойылды. Сол кездегі ең алғашқы, ең бірінші шыққан мына газет материалдары, біз бұны өңдемедік, өйткені сол архивный материал болғандықтан осылай арнайы салдық. Бұл кәдімгі орталық музейдің өзінде де осылай сақталынып отыр екен. Ең бірінші сізден басталады, осы университетке келген тектес сіздің басшылығымен жасалған осындай видеороликте бүгінгі күні университеттің бар өмірінен сіздің келген әрбір моментіңіздің бәрі біз балаларға біз өнеге ретінде, тәрбие ретінде бүгінгі күні жас ұрпаққа көрсетіп отырмыз. Сіздің волейбол ойнаған кездеріңіз, сіздің кітаптарыңыз, сіздің. Мы хотим, чтобы у вас был Олжас Омарұлы. У нас и в архиве сохранится. Мы же вручите. Обними, поцелуй ағаңды. Біздің университетіміздің ішінде жүрсіз сіз. Сіз айттыңыз ғой, сіздің сөзіңізде айтылған бұл кездесулеріңізде суреттеріңізде. Это книга волейбол. Была ты нам с команда с этой на Бишкекте на этой кондиции. Жүзден астам экспонат болды бүгінгі күні. Үлкен мұражай деп айтуға да болады бүгінгі күні. Қонаевтың. Мына ты бүгінгі күні біз музейге салып қойдық. Бұл ең алғаш келген сыйы деп отқан екенсіз. Сақталуы. Через Астану. В Астану запрос делаем. Конференции, ваши диски. Мы сейчас обновляем. Дина Мухтаховна в то время она перешла ректором в другое учебное заведение. И Резет Турнекович сегодня, вот знаете, новый такой подход, и новые требования, ставит задачи. Вот и Камба Резет Турнекович, она заместитель. Кумхайда, мне ты Сай Молдаганечу, я хочу особо сказать спасибо. Вот наши гости, я хочу поприветствовать. Посмотрите, вот это наше богатство, это наше счастье. Вот наш музей нет в Казахстане нигде. Вот это творчество наших студентов, творчество магистров, докторов, наук, преподавателей, молодые преподаватели. Через личность воспитания молодого поколения. Тулгархалы, жастарды тәрбелеу, через Олжас Омарча мы воспитываем молодое поколение. Я думаю, наши студенты, лучшие из лучших молодые люди, представители будут Казахстана, они будут представлять экономику нашей страны. И они будут востребованы, Олжас Омарча. Будут востребованы. Сұран стабыла. Негізден балдарымыз бөлі. Мы жерде келген адам сюда приезжает иностранцы, послов, басқалар, бәрі шақырылдыңыз. Они, знаете, вот рады, обнимают нас, целуют, когда это все они видят, говорят, мы, говорят, нигде не видели, и нигде вот такого не видели, говорят. Столько, говорят, материалов в этой жизни. Москва.
Лицо эпохи. Самый известный казахстанский поэт наших дней. Писатель, филолог, литературовед, выдающийся общественный деятель, дипломат и политик Олжас Омарович Сулейменов. Мы очень гордимся тем, что каждый год весной вы приезжаете в наш университет. Мы всегда с нетерпением ждем вашего приезда. Для нас это самое знаменательное событие в жизни. Определили для себя главную цель – узнать и рассказать народу своему, кто мы, откуда и куда идем. И этим вы занимаетесь много лет, всю свою жизнь. Они объединены образом лирического героя, поэта, как отражение личности самого автора. Лейтмотивом звучат строки из ваших юношеских стихов. Ты честен, ты сердцем чист. Если народ добр, он стал таким благодаря поэтам. В этом долг поэзии – делать людей добрыми. Долг, сопровождающий поэтов со времен Адама и Евы, а может быть и раньше. Есть у меня особые слова. Они сидят нахохлившись, как совы, в душе моей, в крови моей бессонной. И просится еще одна сова. Я раздарил бы их, но кто возьмет? Всегда желанны соловьи горластые. Еще один бесшумный темный год летит в меня. Теперь скажу о ласточке. Ей провода потоком нипочем. Летит она над красным кирпичом, над крышами Казанского вокзала. Спешит догнать, сказать, что не сказала. И унеслась, пронзая строй ладов. И крылья, как раскинутые руки. На проводах сидят ее подруги. Как много над вокзалом проводов. И будет мне дорога далека. И каждый полустанок, как казанский. Развалины моих воздушных замков напоминают эти облака. Абай был балам. Но слово «абай» стало не просто лексемой осторожной, а прежде всего именем самого неосторожного поэта степени. Абай был балам. Будь абаем, сынок. Каждому из нас говорили матери. Это значит быть честным и достойным сыном людей. И от того, какой смысл из материнской формулы мы избираем раз и на всю жизнь, зависит и судьбы твоего призвания, твоей культуры, твоего народа. Если спросят меня, много видел я в жизни друзей, друг, я вспомню тебя и отвечу недурно. Много, я скажу, он и честен, и смел, и немного слабей. Лишь его повеление бывает моя дорога. Ты не дал мне сорваться, когда мне опять повезло. Ты заставил меня усмехнуться своим успехом и напрячься опять, чтобы биться кому-то на зло. Усмехнуться, мол, можно, смеяться еще не к спеху. Ты ударил меня по сведенным улыбке губам, когда я подлетел, усмехнувшись на недруга в горе. Ты не стал со мной спорить, ты просто меня изругал, когда я неумело и робко за дело поспорил. Я к тебе обращаюсь, негромкое сердце мое, ты моя справедливость и смелость, и честь, и сила. Ты друзей мне даришь, ты искать их не устаешь, чтоб дорога моя без горячих шагов не остыла. Кочевник, встретив в пустыне умирающий от жажды странника, никогда не проедет на своем верблюде мимо. Он напоит бедолагу, накормит, довезет до ближайшего колодца, где всегда есть люди. Тысячи подобных случаев уложились в степной закон. Если ты встретишь человека, обрадуй его. Может, ты видишь его в последний раз. Это выражение бескорыстной доброты народа. Кым-кым-ненде, аямайсын, колышын.
биязы деп ардақтайды еліші. Жұрт үшін сен кіші бейін, ұяңсың, байсалдысың, тәкаппарсың мен үшін. Елге деген ізетсінген қаныңа, маған өрсің, оған бірақ налыман. Жұрт алдында тәкаппар боп, алмаған құл боп тұрса, сол батпай ма жаныма. Кішілікті ұлылыққа балаймын, әйтсе де еске салма жәйін малайдың. Ел алдында ел бүгіл, алмаған шалқая біл, мен соныңды қалаймын. Жанр сегодня рассказывается возрастом, считает Руда Суварич. Поэзия, лирика, особый ритм, темп – все это связано с молодостью. Поэт признается, мне зачастую кажется, несколько искусственно говорит в рифму. Хотя, иногда перечитывая свои стихи, думаю, есть выражение, которое просто и не выскажешь. В одном из своих интервью вы уже, Сумарович, отметили. Я, может быть, в своей жизни не так часто признавался в любви. Это настолько интимное чувство, что мне кажется, неловко его делать общественным. Какие-то признания я делал в стихах, но не опубликовывал. И в любви я был счастлив. Вот вам попробовать набраться сил, поговорить тише о том, о сём. Уговорил, и не идусь я сам. Наверное, его молния убила, а может быть, работа задавила. Дела любимые, а дело в том, Хаяма перевозит новый дом. Я говорил ему, остерегал, а он лишь улыбается нахал. А я читать Хаяма в переводе, побей, как будто ехать на подвой, грохочешь в полу немощенный. Переводи слепых через дорогу, с Гомера начинать его не трогай. Но если мне сегодня повезет, то женщина упрямая придет, войдет, духан глазами обведет, тогда твое предательство забуду. О, женщина упрямая, приди, присядь к столу, волнением одари. Духан притихнет, он уже притих, предчувствуя звучание дари. Сен басқа тілекте жоқ тілегім, жүрегімде сағыныш көп түнеді. Үнсіз кетсең, кінәлі сен емессің, барлық бәле поштадан деп білемін. Сен ойласаң, мұңлымын, беймазамын, күндіз түні хат жазамын, жыр жазамын. Бол үшін қасымда бірақ саған, сегіз тәуе шегенін жолазамын. Сен деп жүрдем, сен деп мен ежіредім, сен болмасаң, менде жоқ жүрегім. Өзіңді күт, мен сені күт алмадым, жаратқаным, жар болғай деп жүрегім. Писатель всегда историк, о каком бы времени он ни писал. Его долг – сделать память человечества без прерыва. Лента летописи рвалась и наедали из памяти века, а то и тысячелетия побед и трагедия людских. Города возникали, как вызов плоской природе, и гибли в одиночку. Старики, я хочу знать, как погибли мои города. Сырдарья погоняет ленивые желтые волны. Белый город Отрар, где высокие стены твои? Эти стены полгода горели от масляных молний. 200 дней и ночей здесь осадные длились бои. Перекрыты каналы, ни хлеба, ни мяса, ни сена. Люди ели погибших и пили их теплую кровь. Счет осадных ночей майским утром прервала измена и наполнился трупами длинный извилистый ров. Только женщин щадили, великих, измученных, гордых, их валяли в кровавой грязи возле трупов детей, и они, извиваясь, вонзали в монгольские горла иступленное жало изогнутых тонких ножей. Книги, книги горели, тяжелые первые книги, по которым потом затоскует спаленный Восток. И по ним раздавались протяжные женские крики. В обожженных корнях затаился горбатый росток. Пересохли бассейны, дома залегли под золою. Можно долго еще вспоминать о сожженных степях, только сердце не хочет
оно помешает мне, злое. Чем тебя успокоить, порадовать сердце тебя? Чем? Құрметті Олжа Сумарова, біздің университетіміздің белді қызметкерлерінің бірі Аллат Исәділ ағамыз сізге бөлек шымағын арнамақшы. Аллат ағамызды қаршығамыз. Олжа Сүлейменов анама, не туралы бұл ауыл махаббатпен ашық аспан астында өмір жайлы мәңгілікке сөндірмейтін шырағын, асықпайтын кешқұрым шақ шақырмен аралауға қиялымның мен көрмеген тұрағын, көктемдегі торғайдай, әлде күзгі қаздардай, қанаттарым жартәлемді шарлап ұшты асығып, Лимпопоның өзеніне қауырсынын матырап, Цейлон жақтан соққан тәтті желгеде құлаш серме басылып, не туралы мына жол, өзімдікім дұрыс десең, өзімшілге сынап ол, пайғамбардың әкесі емес бірақ ол, жуас болғын жуаспен, қол қылып оны жұмсамағын бірақ сен, мен де солай істегенмін расында, ант етемін қара жол, көмек қолын соза алмадым бәріне, мен бір құдай емеспін ғой әрине, қауқар бар ма жалғыз жаяу ақында, бұл сұрақтың таба алмадым жауабын, қолдан келіп тұрса да қалайда, адамдарды алдаған жоқ алайда. Мөлігем я. Писатель по природе своего дарования, историк, орган памяти земной, он обладает романом и поэмой про реки истории. Вспоминает забытое и не дает забыть великие мгновения, переживаемые человечеством сегодня. Много веку досталось эпитетов, добрых, недобрых. Век сложили в архивы, упрятали в сейфы, удобно. Затолкали в карманы героев детали событий громадных. Что не влезло на свалку истории для сплетений, для романов. Собирает поэт-старьевщик осколки истин. Напивая под нос, поднимает обрывки канатов мыслей. Извлекает из груды гниющие огрызки фантазий. Рукавом оттирает до блеска лавровые листья лести. Потускневшие зеркальца правд в голубой оправе. Алабианные слитки, оплывы великих дат. Мир, время войны и мира вываливается на стол. Ржавые мины, круглые, как циферблат. В каждой минуте мина под хронометром на века. Тикает время мира в мотивчике чудака. В поисках неделимого, что это, сталь, новь? Мы копошились в былинах явей, легендах снов. Собирали толпы, выявить корень толп. Мы накопили злато, выделить корень зла. Мы разлагали атом, вываливали на стол единые, неделимые империи, крошево стран. Не верили, но проверили Библию и Коран. Где оно, неделимое ни стенами, ни рвами? Временем невзрываемое. Где, на каком расстоянии целое? Состояние. Поэт размышляет о добре и красоте, верности и долге, призвание и честь, о подвиге и о славе, о любви к своему дому, народу, людям. Это и есть настоящие идеалы, идеалы истинного поэта. Ты честен, ты сердцем чист, горячий не на словах, заденут ты скандалист, тебе наплевать на страх, а я вот боюсь порой. Боюсь за тебя, мой брат, что годы пройдя стороной, жестоко тебя отомстят, что все, чем ты жил, поэт, всего лишь приятный сон. Это небо, волшебный свет, маленький синий сон, что ты не сможешь поднять от пола тяжелый взгляд. Тебя нелегко понять, ты все усложняешь, брат, не надо так злушить, я жить, ах, как жить хочу. Так что же такое жить? Смена красивых чувств и монотонный треск костяшек на счетах лет. Служить в перерывах и жирный мясной обед. Иметь удобный диван и сытый шорох газет. Пару душевных ран, пару служебных побед. Это и значит жить. Неплохо иметь диван, шелком легко зашить сотни душевных ран.
Согласен любить жену, согласен любимую. Чем плохо? А как суметь клятву свою забыть? Прости, я скажу, в столетиях носила тебя земля. Солнце витые трети сжигали ее зеленя. Юность ее топтали копыта чужих коней. Алым горели дали, а вечера над ней. Все, что нас сохранило, все, что нас берегла, твердое слово и силу вере твоей дала. Горы, сухие степи сердцем вложила в грудь. Жилы бросили веки, вырванные у круч. Юность ее топтали копыта чужих коней. Алым горели дали. Я не забыл о ней, но ведь тень побежит черна. Пусть бежит, пусть кричат, вот тень. Знаю, что не видна она, только в серый бессолнечный день. Чем без тени, в сплошной тени, ночь или день или ночь или день. Лучше тень за собой тени, когда солнце войдет в зенит. Оглянись, не увидишь тень. Нет, мой брат, я поэт, пойми. Не писать о цветах, пойми, о косах, о девичьих плечах, о слезах, о любви, пойми. Нет страшнее людской молвы, ты поймешь, а другие поймут? Знаешь же, ровким сердцам, увы, пощады пока не дают, как реки бессильных кроз высыхают до волнов. Без любви пропадает злость, а без злости мертва любовь. Там, где ярость и гнев, успех, там любовь, там горячность побед, ты распробовать их уже не успел. Как расскажешь ты внукам своим о трудной дороге отцов, сладким вином заменишь горькую кровь бойцов. Что ты расскажешь внукам о наших яростных днях? То, что цветы утрами и мох на узорных пнях? А что юность все топтали копыта чужих коней? А что алым горели дали по вечерам над ней? А что мы исходили потом, рубая так расцепей? А что нам совсем неохота грустить возле старых дней? Жить! Ах, какое слово! Раз, будто шашки взмах! Жить! И на солнце видно, можно прожить в пальмах. Вот же они, как память, камни дальних дорог. Ты не согласен с нами переступить порог? И ты не боишься ныне, мой слишком разумный брат, что годы тоской и унынием жестоко нам отомстят? Да, свечиной жил порой тяжелый ненужный сон. Да, небо над головою маленький темный зон. Да, я бы не смог поднять от пола тяжелый взгляд. Да, ты мне помог понять, но ты бессердечен. Поэту очень хочется вести вселенскую борьбу с безвярностью, изгонять из человека беса рабства, а вместе с ними остальных мелких бесят, как-то жестокость, невежество, лживость. Ему не терпится увидеть человеческое сострадание как главное чувство, отличающее его от братьев по природе, то, что делает его человеком. Пусть гетерка хочет спокойно, шумбейте рыга ерперпе, сумбейте. Жалғыз болып туғанның, туыстықтың жан жүрегін еріккен. Бәрін көру керек бір басын, көру керек дарын болып туғасын. Дәуірмен өшігінде уақытты әлемдақын өз сөзінен жырласын. Әр сағатты минуттарға бөлінген дәуірмен өші өзі тегім бен. Болмашы бір сөздерінде шындығын өшіу керек өнілдегі сеніммен. Әр ақынның әпестігін қасқырын таңдамай ерқы жібереді састырып. Сезу үшін одағайдың қуатын жүреді оған. Өз аяғын тас құрып, таңдану мен сөз қуатын сыну, парызымыз, әйтпесе жөн қысылу. Сіз күлмеңіз, күлмек болса мұндайда өзді көзін күлдірмекші кісінін. Кім анасы жарық көрді, күн көрді, ол болмаса терелмеді гүлдерді. Аналар ма, мұналар ма, біздерге өмір сүру правасын кім берді? Қызығына баты бәбден даланын, тас құлақтың зәмзанына қанамын. Міне осыған ететіндерге ұрсат, таңданамын және қарсы боламын. Человек с малых лет попадает в атмосферу слова. Оно его давит, возвышает, греет, жжет или леденит постоянно до конца жизни. Оно способствует формированию его художественного вкуса, мировоззрения, самосознания, отношения к себе и к природе. Язык отцов, язык тысячелетий, ты временем, как глина обожжен, в
Тебе удар меча и посвист плети, мужская гордость и горячность жен. Тебе звучат забытые наречия шумеров, гуннов, хрип монгольских слов. Где ты рожден? В пожарах семиречья тебя пожило, к нам перенесло. И ты звучишь, переполняя тело ударом сердца колоколом душ. И как меня судьбою в невертело, клянусь тобою, я к тебе приду. Так из далеких и счастливых странствий приходит сын к забытому отцу, приходит в ярк, дорогому братству, в начале жизни или же к концу. Құрметті Олжас Омарлы, біздің студенттеріміз сіздің өлеңдеріңізді ағылшын, неміс және француз тілдерінде оқиды. Қабыламыз. The Whelps, written by Olžas Sulaimanov. Man made his way, day and day wandered. Where bound? What matter? Step did not say. Down in a hole, spotted a body. Woo, cause, she woo, muzzle shot. Where bound? What matter? Long as it lives, each makes its way, looking for vengeance. Man made his way, day and day wandered. Where bound? What match? Step did not see. Thank you. Олжас Сулейменов, comparaison nocturne. Ти, кем лемин, канжман сувин, шанемал подан. Ти, кем фасити, куфет пусей дезорлиман. Je suis infirme, кем фен сарет, ди, je veux l'enfer maintenant, si je veux le paradis. Ah, pourquoi dans d'autres Éden, n'aime pas homme, ce ne sont pas même. Ils braillent ses porcs comme des veaux. Ce ne sont pas des hommes comme des cheveux. Mais lorsque la langue brise dedans, mais lorsque les yeux brûlent les paupières, comment, dis-moi, n'a-moi pas l'air mal compte. Regarde ça et garde des bonnes manières. Et dans la nuit, comme une grenouille n'est pas verse des larmes. Je t'aime, comme on aime croiser, comme on veut aime croyer, comme un poisson nager. Je t'aime, comme un faible, le danger, comme un l'herbe, comme le silly, le ciel de matin. Tu avoir revivre n'a rien de provant. Même un mendiant m'a donné un mignon de peine. Comme un don de l'état un enfant. Si je m'appelle idiot, que je suis Omar Khayyam. Si maudit, que je suis, je t'ai affiche. Si j'étais Mohammed, j'aurais Suleiman, de le version déjà écrit. Ainsi aimait-on dans le monde et le steppe. Ainsi aimait-on rien et pleurant. Est-ce qu'on peut aimer autrement? Je t'aime ainsi que moi, je t'aime. Merci. I have said for an endless way. I have put in my mind the law. Be a merryman if you may, but become a lone man before. Every home offers me a stay, with own bread and blanket and tea, and a kiss or two, by the way, if the husband cares not to see. Every man seeks to shake my hand, asking questions about my steed, which I had respect for those men, as much as they have it for me. I have said for an endless way, I have put in my mind the law. Be a merryman if you may, but become an old man before. Thank you. Meine Stadtschnellose Winter, Olžas Sulaimanov. Die warne Metropole von Imperien, ihr Wappen zu begrenzen, ist der Lorbeerer, die strengigen Maxi nicht gehören, doch einzigartig ist sie immer da. Immer ist meine Stadt berühmt im Weiten. Kam hier zur Welt zur Zeit der Frühlingsbräue. Im schicken Häuschen vor dem Festungsball, die Straße Karawana Krepasnaya, hier hoste Mutter mich zahllose Mal. Wirst eins, mein Sohn, ein guter Meister werden, die Unvollkommenheiten unseres Lebens, die fallen dir zu Füßen auf der Erde, dass deine Hände ihnen Schönheit geben. Ich konnte hier auf warmen Steinen träumen, im Mondschein abends um die Wette laufen,
Sie steinen trümmten sich zu Riesenhaufen, um Platz zu machen für die Kiefernbäume. Sind dieser Stadt Straßenbösen, Straßenzeilen, ist nicht nur in Projekten stramm gefallen, von Kürfungen sind nicht ist Pfeile. Дорогой Олжас Умарович, вы мечтаете воспитать своими книгами гордый, умный, добрый народ, презирающий подлость и предательство. Только такой достоин же продолжения в вечности. Благодаря вашим удивительным произведениям мы имеем возможность прикоснуться к миру настоящей поэзии. Мы не хотим быть только народом-слушателем и народом-зрителем. Мы хотим быть народом-читателем. Спасибо вам за замечательные слова, обращенные к нам. Молодость дана не для того, чтобы расправлять крылья, а для того, чтобы летать, делать чуть больше, чем тебе под силу. Работать, работать, работать. Эти слова звучат для нас, как ваше мудрое наставление. Желаем вам, Олжас Умарович, неиссякаемой творческой энергии, новых книг и новых благодарных читателей. Огромное спасибо вам! Жылда дәстүрлі мамыр айы Олжас Омарұлы Сүлейменовтің айы. Біздің университетте мамыр айы. Мамыр айында біздің студенттеріміз өздерінің бүгінгі творчествосын, Олжас творчествосына арнайды. Балаларымыз бүгін өздеріңіз көріп отырсыздар. Олжас Омарұлының творчествосы бойынша әр тілде оқыған өлеңдерін. Осының барлығы сол балалар тек қана оқу емес, балалар жүрегімен сезініп, әр өлеңнің терең мағынасын түсініп, ертеңгі мына біздің тәрбиелік жұмысымыз, ертеңгі жастарымыздың қалыптасуы, олардың болашағы бүгінгі мына осы институттың негізінде құрылып отыр. Мен бүгін сіздерге айтатыным, университетте оқып жатқан ауылдың балалары, Шалғай ауылдан келіп отырған балаларымыз, сол ауылға білімді алып баратын, ғылымды алып баратын, мәдениетті, өнерді алып баратын, ертең біздің ауыл шаруашылығымыздың инфраструктурасын, ауыл мәдениетін көтеретін, қызмет атқаратын ауылымызға осы біздің университеттің жастары, біздің университеттің балалары. Қазақстан 2050 стратегиясына сәйкес, жеті құндылық анықталған, сол құндылық біздің мәңгі ел, қазақ елі, Олжас Омарұлы Сүлейменов атындағы гуманитарлық білім беру тәрбие институты арқылы бүгін жастарымызға тәрбие беріп отырмыз. Бүгін әр орталықтағы атқарылған жұмысты Олжас Омарұлы екеміз көріп, балалардың бүгінгі жасаған жұмыстарына, сол әр ізденісіне мына ерекше көңіліміз толып отыр. Олжас ағамыздың бүгінгі университеттегі мұражайы жылдан жылға кеңіп отыр. Оның әр мына республикадағы Семей Невада қозғалысына сәйкес биыл 25 жылдығы толып отыр. Әр облыстағы орталық арқылы қаншама сирек құжаттарды осы сол қозғалыстағы жасалған жұмыстар туралы соны сирек құжаттарды, архивтік құжаттарды біз бүгін осы мұражайымызға алып келіп отырмыз. Осының барлығы соны балаларымыз көре отырып, соны балаларымыз оқи отырып, соны балаларымыз ести отырып, осы қазақ елінің бүгінгі тәуелсіздігіміздің қалыптасуы, оның дамуы, өркендеуі, әлем деңгейіндегі қазақ елін тануы, біздің қазақстандық екенімізге біз ерекше мақтаныш етеміз. Біз бүгін жастарымызды Олжастың атымен тәрбиелеп жүрміз. Олжастың тұлғалық орнымен тәрбиелеп жүрміз. Олжастың творчествосымен тәрбиелеп жүрміз. Бүгін Олжас ағамыз балаларымызға бата беріп отыр. Балаларымыз, мен де бүгін ерекше мақтанышпен айта алатын Қазақстан жоғарғы мектебіндегі ең бір жүрегімен сезінетін, табиғатымен ерекше ата
әже мектебін өткен, ана мен әкенің жақсы тәрбиесін алған балалар біздің университетті оқиды. Осы балаларымызға біз бүгін айтатынымыз, ертеңгі экономикамызға, Қазақстан Республикасының экономикасына қызмет атқаратын осы біздің балаларымыз екеніне біз толық сенеміз. Соған бүгін университет әкімшілігі, әлем, білім, ғылым кеңістігінің талаптарына сай бүгін жоғарғы сапалы білікті білім беруге біз бәрлік мүмкіндіктеріміз жасап отырмыз.